помощь, которую вот мы получили от общественной организации ASICS, своевременно для нашего населения. Потому что сейчас движется отопительный сезон, людям нужно очень много денег потратить на энергоноситель, то есть электричество, дрова и так далее. И каждый сейчас думает не о еде, а о том, чтобы согреться. И я думаю, что мы украсим ихнюю жизнь, если мы придем с таким подарком. Здравствуйте! Поздравляю вас с Днем Учителя. Желаю вам здоровья. Да. Я принесла вам маленький подарок. Я думаю, что он будет очень уместным. А я самая старшая в селе сейчас по годам. Я работала 30 лет учителем. Первый мой выпуск – 50-й год. 72 года мои ученики имеют. Я себя чувствую так, как и в молодости. Только разница в том, что я ровно ходила, все делала так. А сейчас я согнута. Но бегаю, работаю. И в доме, и варю мою посуду, и на поле, и в огороде. Это лекарство. Это очень-очень нужно мне. Очень. Крупа пшеничная. Это макароны. Макароны. Ого, масло. Это сколько надо мне было в пенсии денег на это все. Спасибо вашей организации, потому что это для меня очень большая помощь. Здрасте. Я пришла в ваши гости. Поздравляю вас с праздником. Мы самые старшие люди в селе, считаемся пара. 63-й год вместе. Вырастили трех детей, построили здесь, вот на этом месте кукуруза росла, построились мы. Работала учителем. То, что вы сделали, это очень благородное дело. Avem trei copii. Mulțumim mult că sunt așa organizații și ajută, că e mare folos. Acum e foarte greu și mulțumim mult că au grijă de noi. Большое спасибо вам, что пришли. Приходите ежедневно. Я не против.